Сезон заправки кондеров начинается, и Автомаркет сегодня расскажет об установке Текса. Сколько лет назад вы купили данную установку? Данная установка у нас уже второй год. Получается, вот второй сезон, она сейчас уже начала себя в работе показывать. За сколько вы ее купили? За какое время? Даже он уже и в том сезоне себя начал в плюс к концу сезона выходить. Сколько машин приезжает в сезон? За один месяц проходит от 200 до 300 машин через аппарат. Сколько стоит услуга вот одной машины? Если брать средний диапазон, чек от 15 тысяч. Устраивает ли вас качество данной установки? В целом, да, довольно-таки удобно. Просто, легко. Ну, в принципе, Текса обслуживания как такового каждый месяц не требует. Раз в год замена фильтров и, в принципе, все. Большая запрограммированность внутри, то есть очень много машин заложено в программе, то есть кому, куда, сколько и чего, то есть количество фреона, масла, заводские стандарты именно. Какие функции есть в данной установке? Откачка хладагента старого. Помимо откачки, то есть сразу же идет фильтрация этого хладагента, откачка старого масла из системы, проверка системы на утечку, то есть вакуумация, и заправка свежего масла, и заправка по заводским стандартам самого фреона. По времени в среднем на машину уходит, ну, в районе получаса. То есть за полчаса вы можете сделать 15 тысяч, ну и в месяц это 200-300 машин, да? Это классно. Спасибо. Оставь свой номер телефона для консультации.